Староскольцы в социальных сетях бурно обсуждают поступок мужчины, который мыл свою машину прямо у подножия братской могилы у Атаманского леса. Госномера автомобиля украинские. Сотрудники ГАИ быстро установили личность владельца авто. Михаилу 30 лет. В интервью 9-му телеканалу он рассказал, что его предки участвовали в Великой Отечественной. Ситуацию с мойкой машины на мемориале сегодня и он сам осуждает. Утверждает, что никакого злого умысла в его поступке не было. Проезжал мимо, увидел карман, повернулся полоснуть машину. Я, честно, не хотел ни обидеть ничьих чувств, ни память ветеранов. Без всякого злого помысла и надругательств над памятью погибших заехал помыть машину. Приношу свои извинения, раскаиваюсь и больше так никогда не повторится. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Сумма штрафа 2000 рублей.